Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы павильон. Ширина теплицы составляет 4 метра, длина 8 метров. Фундамент у нас бетон залитый, уже подготовленный заказчиком. На данном этапе мы будем собирать каркас. То есть сначала распаковываем стручевые марки и одновременно собираем торцы и обшиваем поликарбонатом. Собираем, потом крепим его к фундаменту и будем уже подготавливать под покрытие его. Ну что, вторая часть монтажа у нас, как я и рассказывал, каркас мы собираем. Почти уже скрутили, остались только верхние прогоны. Торцы обшили поликарбонатом. Также каркас закрепили к фундаменту. Сейчас на данном этапе мы обшиваем стены поликарбонатом. И будем потом уже крыть крышу. Также в стенках форточки стеновые будем также вырезать поликарбонат под них. Ну что, вот у нас монтаж закончился. Как я рассказывал, доделали мы стены, крышу, также фрамуги, две штуки. Две форточки стеновые справа и две слева. Также двери. На фрамуге были накручены термоприводы. А на форточки стеновые газлифты. Всем добро пожаловать на канал Уральская усадьба. Сегодня мы производили монтаж теплицы павильона 4 метра шириной и 8 длиной. Будут установлены стеновые форточки. Две штуки справа и две штуки слева. Противоположные. Фундамент бетон был заготовлен клиенту. Поликарбонат использовался для перекрытия 4-миллиметровый. Торцу сверху была одета уплотнительная резинка для более плотного прилегания. По периметру было прикручено отливы. Везде была наклеена перфолента по низу и одет профиль. Торцы установлены на дверь форточка и также аналогично в другом торце. Можно закрыть дверь и открыть только форточку, зафиксировать ее на крючок. Каркас изготовлен из оцинкованной трубы, профильная труба 40 на 20 и 20 на 20. Торцы наполнения из трубы 20 на 20. Также прогоны все выполнены из трубы 20 на 20. Арки выполнены в виде фирм. Покрашено все коричневый цвет 80-17. Стеновые форточки у нас на газлифтах. Вот так вот они работают. Ах, и сами открыли. Фрамуги на термоприводах. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.